День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Что же, мы продолжаем «Утро на Болткоме». Извините за затянувшуюся паузу. Были некоторые технические, технологические нюансы, но мы все преодолели. И с нами на связи, как мы обещали, Каспар Свингрис, председатель правления компании «Аэропас Дельселя Линиас». Мы продолжаем в нашем эфире говорить о развитии проекта «Рейл Балтика». Каспар, доброе утро. Доброе утро. Прошлый раз мы остановились на теме железнодорожного моста и договорились продолжить. Так, давайте действительно продолжить. И, как известно, поезда вот этой Rail Baltica проекта не смогут заехать в центр Риги по существующему железнодорожному мосту через Даугаву, потому что на нем нет путей с европейской колеей. Будет ли это означать строительство еще одного железнодорожного моста через реку? Да, это так. Рядом с существующим мостом, железнодорожным мостом, мы должны построить новый мост. Поэтому новому мосту будет курсировать не только высокоскоростные поезда и региональные поезда Rail Baltica, а также будет создана новая инфраструктура тоже для пешеходов и велосипедистов, которая позволит легко и удобно соединить обе берега Даугавы. Сам мост начнется на улице Маскавас и закончится на улице Елгавас и пересечет, конечно, Даугаву, маленький приток между Луцавсалой и Закисалой и саму Закисалу. А поезд, если я правильно понимаю, не будет съезжать на Закисалу, ну, он не будет съезжать на Закисалу, понятно, но велосипедисты, возможно, захотят это сделать. Каким-то образом вы пойдете навстречу этой категории путешественников? Да, конечно. Мост также предназначен для значительного улучшения мобильности в центре города. Всего будет 5 выходов на пешеходную и велосипедную дорожку на улицах Маскавас, Краста и на той стороне Муксалас и Елгавас. Это будет удобство для рижан и для тех, кто приезжает из других городов тоже, так как, выходя из центрального вокзала, каждый сможет быстро попасть на мост и дальше ехать на велосипеде или идти пешком до Закисалы, также легко добраться до студенческого города, городка в Торникаунсе. По поводу Закисала, если это место будет развиваться как центр отдыха, то Rail Baltica уже представит доступ к этой зоне рекреации. Ну, в принципе, все говорит о том, что, конечно же, Закисала будет развиваться, по крайней мере, очень хочется на это надеяться. Я понимаю, что это зависит не от вас, просто такая ремарка. Но что интересно, вот возвращаясь к железнодорожному мосту действующему, он одна из визитных карточек столицы, да, и такой картиночный, открыточный даже вид. Из-за вот этой всей перестройки мы потеряем этот вид? Определенно нет. Мы осознаем ценности Рижского исторического центра и при проектировании выполнили условия всех институций, которые охраняют национальные культурные ценности. Они выдали условия не менять историческую панораму Риги и на Даугаве. И визуально мы не должны затенять существующий железнодорожный мост. Ну, не будет же он при этом прозрачным? Как он может его не перекрывать? Да, выполнить требования защитников по культурному наследию для архитекторов не было простой задачей. Мы должны были спроектировать сравнительно тонкий, визуально не загораживающий новый мост без вантов или дуг. В то же время мы должны были еще и сохранить габарит для сухоходства. Поэтому, да, мост будет уникальный и технически инновативный не только для Латвии, но и для всей Европы.
Но учитывая все вами перечисленное, всю эту красоту и функционал, а также памятуя о том, сколько стоит, сколько городу обходится, например, ремонты действующих мостов или строительство нового, вот Южной магистрали, например, все это звучит как что-то сверхдорогое. Какова приблизительная стоимость этого нового моста в таком случае? Да, именно. Учитывая то, что сам мост будет в длину 1 километр, и учитывая тоже эти дополнительные функциональность, сам стоимость моста оценивается в 82 миллиона евро, что является оптимальной строительной стоимостью для инфраструктуры такого масштаба, не только в Латвии, но и тоже в Европе. И когда же это строительство начнется? Само строительство начнется на следующем году, уже 22-й год. Строительство моста будет проходить в несколько этапов и не повлияет на существующий железнодорожный мост через Даугаву. Он останется неизменным как по внешнему виду, так и по использованию. Будет только, надеемся, новые поезда по нему ходить. Вы можете узнать больше информации об изменениях, а также о текущих ограничениях движения вокруг центрального вокзала на сайте railbaltica.org. Там есть расположенный специальный раздел, называется «Сатиксмис и робежуами». И планируется, что реконструкция центрального узла в комплексе Рижского центрального железнодорожного вокзала будет полностью завершена летом 2025 года. Значит, за три года будет построен этот мост и окружающая инфраструктура. Как уже говорил, новый мост позволит всем легко и удобно добраться до другого берега Даугавы или отдохнуть в Луцавсале или Закисале. И не только это, строительство моста Рейл-Балтика также даст возможность соединить также новые региональные остановки в Риге и вокруг Риги, например, Торникаунс и Марпе, которая будет использоваться пассажирами так называемого шаттл-поезда или экспресса до аэропорта. Эти поезда будут отправляться каждые 15 минут и позволят очень быстро, в течение 8 минут, доехать с центрального вокзала до аэропорта. Но это уже тоже другой рассказ, не про мост. 15 минут от центральной станции до аэропорта – это здорово. Можно потерпеть некоторые затруднения в транспортном сообщении. О, Каспар, у нас есть звонок из прямого эфира. Давайте примем, да? Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. А вот скажите, пожалуйста, а какие перспективы у этого проекта Рейл-Балтика, да, если учесть, что, по-моему, в позапрошлом году, да, вот демографическую ситуацию, вот, в позапрошлом году у нас на 10 тысяч человек умерло больше, чем родилось, да, в этом году, наверное, ну, я имею в виду в прошлом году, наверное, показатели еще хуже, так как еще пандемия здесь подыграла, да. Вот. И по сведениям ООН, к 2050 году в Латвии, да, с такой демографией останется буквально там пару десятков тысяч человек, да? То какая перспектива у этого? Ну, там что-то 50 тысяч, что-то такое, да? На всю Латвию, да? Вот. Отличный прогноз. Где вы такие только берете, а? Ну, серьезно, если ситуация демографическая у нас не изменится в Латвии, да, то перспективы именно такие. Вопрос ваш в целом понятен, да. Учитывая демографическую ситуацию, да. Каковы перспективы проекта, да? Давайте дадим возможность Каспару ответить. Да, большое спасибо за звонок. Спасибо. Да. Конечно, я намного больше оптимист. Но я уверен, что новая инфраструктура, она служит для развития экономики и делает не только Ригу как место, где люди хочет жить и будет развиваться сам город больше и больше, но это тоже
для развития, как ну, сама инфраструктура, не только для пассажиров, но и для, для грузов. И мы уверены, что это будет развивать не только экономику, но и послужит для всей Латвии, чтобы Латвия была место, где люди хотят жить и развиваться. А у нас есть еще вопрос из прямого эфира, присланный на WhatsApp. Какие строительные фирмы привлечены к проекту? Именно в этом промежутке, где мы сейчас говорим, центральная станция, вокзал и мост, там есть международная как бы команда. Эта команда состоит из строительной компании из Бельгии Besix и итальянской компании Rizani и латвийской компании RRE. А с нами был Каспар Вингрис, председатель правления Аэробусдельселя Линиас. Мы говорили в очередной раз о этапах развития проекта Rail Baltica. Каспар, огромное спасибо за рассказ. И если я правильно понимаю, мы зафиксировались, как в прошлый раз, вот продолжить с точки с моста, то в следующий раз, видимо, начнем говорить об этом вот аэроэкспрессе, да, за 15 минут от центрального вокзала аэропорта. Ой, дождаться бы еще того момента, когда вернется нормальное авиасообщение. А еще раз огромное спасибо Каспару. Мы уходим на недолгую паузу, после которой вернемся с нашими друзьями Татьяной Черковской, Андреем Горкави, руководителями арт-платформы «Стадия». У них вышла премьера, несмотря на пандемийные ограничения. Ну вот мы и спросим, как они умудрились поставить новый спектакль, который можно при этом еще и посмотреть наверняка на удаленке, но тем не менее что-то происходит в жизни, в том числе культурно. Итак, оставайтесь с нами, скоро вернемся в эфир. Утро на Болткоме.